заказала. Вот, ну не только себе. Вот, например, кремчик тоже. Люди попросили, вот живокость. Взяла синий. Есть еще зеленый. В следующий раз возьму зеленый, потому что, оказывается, надо было зеленый брать. Вот, в общем, таких два крема. Живокост, восстанавливающий бальзам синего цвета. Дальше у нас здесь это Вита Мама, сироп для иммунитета. Кстати, Ильмар уже пробовал. Ну-ка, расскажи, как тебе понравился сиропчик? Ну... Да, понравился, вкусный. Вкусный? Да. Вот, вкусный. Он с вкусом яблока и вишни. Такой концентрированный. Вот, водички. И с клубникой. С клубникой. Малина там в составе есть еще. Это у нас биологически тоже активная добавка с лецитином. Тоже для детей. Кстати, я сама испробовала тоже такой вот, который для иммунитета с вишней. Вкус такой компот. Так, это у нас что это? Суставной фитосорбент. Это на заказ у меня идет. В общем, для суставов. Дальше. Здесь у нас чаи идут. Легкость движений. Тоже в тот же заказ. И легкое дыхание. Легкое дыхание это я взяла себе, ну, как детям, потому что бывают моменты, когда вот кашель проявляется. Даже две взяла. Ого! Чистый состав с минимальным содержанием жиров и углеводов. А, это протеины, короче, да. Это, я смотрю и не понимаю, такая красивая упаковочка. Это как сказать? Короче, набор пробников протеиновых вкусов, которые у нас вообще есть в Сибирин Wellness. Вот, взяла целый комплект. Дальше. Это у нас батончик. Антистресс, абрикос, маракуйя. Их две штуки. Вот такие. Ой, она как всегда. Ты, конечно, свежие взяла. Вот такие они. Я от вас спрячу сама. Ну, это от детей спрячу и, может, сама съем в уголу. А вот детям как раз натуральные леденцы для горла. Ну, и себе можно тоже, да? И, значит... для иммунитета, вот, с клеточным соком пихты. Витамама, это певишка дрожже, в сочетании с витамином С, инулин очень полезен для ребенка, укрепляет иммунитет, стимулирует рост нормальной кишечной микрофлоры и улучшает минеральный обмен в костной ткани. Вот, иммунитет с инулином. Короче, мы будем поднимать иммунитет сейчас, как раз вот ребенок немножко вот этот вот, приболел, поэтому в тему, все в тему. Черника и древесный уголь, это зубная паста. Я вообще люблю пасты черные с углем, поэтому увидела здесь такую и попробую. А потом скажу, как понравилось или нет. Но я думаю, что понравится, потому что... Так, потому что потому. Здесь у нас идет биологически активная добавка. Это... Насчет чего она идет? К пище? Это, наверное, для глаз, да? А, защита зрения, вот это же написано. Я защита зрения, я не вижу, что написано все. Весело очень. Так, дальше у нас идет это глюкозамин и хондротаитин. Это тоже заказ к суставам, короче. Набор целый для суставов. Это я уже говорила. Здесь у нас жевательные таблетки, тоже Витамама. Источник А, С, Д, 3. Вот, витаминчики. Это у нас пробник La Force, La Force. Так, натуральный парфюм. Сила. Я взяла силу. Золотая рыбка. Вот это омега-3 для детей. Интересно, как он внутри. Это просто обычные такие маленькие дрожжи. Посмотрите, вот такие. Будешь? Запивай водой. Так, идем дальше. Натуральный жевательный мармелад. Это у нас суперсила для организма. Ну, с кальцием. Для укрепления костей. Детям. Также еще вот мармелад с черникой. Это для зрения, да? Черника, она вообще полезна для зрения. Хрустящие шарики с какао-маслом малиновые. Такие тоже
сладости, полезные сладости для детей. И еще один батончик на пробу. Какой лучше, да? Изучаем вкусы. Карамель и фундук. Дальше что у меня еще идет? Еще жевательный мармелад релакс. Это, наверное, для меня. Пакетик. Себе вынесла для посылочки. Для заказика. Чтобы красиво его туда упаковать. И просто такая вот сумочка тоже интересно стала. Она небольшая такая вот. Тоже можно что-то взять с собой, так, если в дорогу небольшое. Или заказ тоже так же упаковать. И очень красиво сзади тоже так со снежинками идет. Все, коробка пуста, да. Все изучили, будем пробовать. Всем пока, до новых распаковок.